4,5 миллиона, которые перевалили через хребет, извините, это как раз увеличение Москвы на ту численность, которая произошла за эти 15 лет. Вы скажете, а как штат Петербург? У нас еще есть внутренний европейский переезд, когда условно из Новгорода, когда из Пскова, из других городов переезжают в столицу. А кто вот приблизительно такая картина, я пользуюсь материалом Георгия Семеновича Юрьевича с его разрешением. Мы с вами приехали. Вот эту крупную полосу, где население за 15 лет проходит больше, чем 20%. Представьте себе, 15 лет это 20%. И если дальше так пойдет, я думаю, что от этого не выиграет никто. Если мы возьмем Московскую область и увидим прекрасный метро, который охватывает и Москву, и ближе к Москве, к сожалению, несмотря на все чаяния, старания, которые сейчас делаются, и снимаются недостатки, которые копились много лет, это зона практически дискомфорта, когда транспорт соцкрывы отстает от высоких темпов. И я думаю, да, это надо задуматься, кстати, в области задуматься, что, ну, извините, я сейчас буду говорить, я не знаю, сам персональные данные, это мое мнение. Ну, а то, что происходит в территории, в которую приходят люди, можно представить, самое обидное, это потери ранее там устроенной территории. Мы теряем практически целые города, поселения, целые районы. И я считаю, что главное все-таки, чем мы должны заниматься, я вообще рад, что здесь Елена Станиславовна находится, потому что территориальное планирование сейчас в Минске, но без основы государственной градостроительной политики об инвестициях. И, к сожалению, все наши инженеры понимают, они считают, что мы хотим сделать генеральный план на всю территорию. Это не так. Мы должны понимать, как есть основы культурной политики, так должны быть и основы градостроительной политики. Когда страна знает, куда идет направление, они дергаются от программы Крыма к программе Дальнего Востока, потом прыгает на север, а потом идет в Калининград. Вот эти толчки, они помогают территории, а только делают эту территорию дестабилизацию. Я считаю, здесь у нас сектор Московской области, направление западное, очень важно, это регламент. Это тоже инструмент, который мы можем пользоваться. Мы пользуемся в Москве и продолжаем сейчас пользоваться. То есть задача регламент надо делать, что можно, что нельзя делать. Причем, если вначале регламент очень плохо воспринимается министром, то, как правило, я тоже затрагиваю эти интересы. Но, с другой стороны, когда я понимаю, что это порядок, когда понимают правила игры, разговор начинается с другой. И второе, что я совершенно уверен, что литература должна идти впереди архитектуры при освоении чужой территории. Именно литература – сценарий жизни людей, когда мы его устраиваем, когда мы понимаем, как это делается. Я бы хотел показать некоторые, ну, перед них, я думаю, некоторые вещи, которые являются нашими. Я вообще не знаю, что мы не говорили вам губернатора, что мы не говорили западу строительству, а вот вопрос формирования среды жизнедеятельности, ее качества, это наша стандартная задача. Больше никто в структуре, независимо с какой он занимается, не отвечает за комплексные и качественные городскую услугу. Нет такого другого департамента. И я считаю, что есть три вопроса, которые всегда должны быть увязаны между собой. Это связано с территорией, это обязательно и задача государства, это именно места предложения труда, потому что это то, что дает людям заработать деньги, все остальное сделать самому. И образ жизни. Люди должны у нас уметь выбирать образ жизни, который они хотят. Они там, как в 90-е годы я построил коттедж, а через 10 лет в мой дом построили секретарь 17-этажный дом. Вот это все может регламентами, может как раз, да, регулироваться регламентами и смыслом той территории. И третье, мы очень любим говорить про комплекс, но вы знаете, комплекс понятий тоже не индивидуально. Я думаю, что комплекс услуг, который устраивает Абрамовича, и его в свое время потребуется чуть-чуть, немножко разный. Поэтому в данной ситуации не то, что это не всегда человек смотреть. Какой комплекс, для кого и что может дать страна, то, что может дать государство. А все остальные, ребята, это ваша же, так сказать, личная жизнь.
Я хотел привести пример про коллегию службы. Вот видите, пятнышко, которое мы видим. Вот два возможных сценария развития в восточной территории Московской области. Верхний, если вы будете так, что в центре. Если вы будете на регионе, ограничены. Вагинажные застройки, плотные застройки, ну и другие показатели. Не знаю, я например, его перевел, где не было этого зуба, как он делал утверждение. Но когда я увидел, что там стоит в историческом центре, да, и даже стоит 14 этажей, через черточку, и один микрорайон 14 этажей, хотя и хороший, но уже построен, я думаю, когда я понимаю, еще раз вернуться к этому вопросу. Какой нервный вопрос, верный или нет? Что мы хотим получить? Мне кажется, нижний вариант был более симпатичен для периферии зоны Московской области. А дальше, связанность на территории Олега Мусульева. Дальше, рабочие места. Я не буду останавливаться, если что там все очень подробно расписано. А дальше, А дальше образ жизни. Удивительная история Олега Мусульева. Начиная с Морозова, Зимин, со Старгенов, с первой российской футбольной командой, и многое другое такое. Родину любит не за то, что она века, а за то, что она своя. И здесь я хотел бы поговорить еще о том, сохранении местного колорита. А это и природа, это история, это климат, с традицией. Но я сам представлю себе сейчас наших левых, которые сразу давят так, а может еще всем косоворотки они там, да, может еще не знают. Есть у нас такие товарищи, давайте так вот посмотрим. Ну, не косоворотки, а тебе оно как-то спокойно носит. Да и вы люди тоже порядка. Скажете, это Азия, да, пожалуйста, вам Европа. Да и еще Европа, кстати, Шон Коннери здесь, и просто оказался. Это он на свой юбилей один складывает наряд. На свой юбилей. Да если за инициативом посмотрим, тоже, между прочим, истории маловато. Истории маловато. А так, вот, у нас же с вами, на самом деле, на сегодняшний день, один из праздник, который будет снизу, и который нас там все держит, это День Победы. И в данной ситуации, то, что нападает Леночка Георгиевская, нападает и на нас. Леночка Георгиевская была введена, извините меня, Екатериной Великой. И то, что инициатива сбора ветераны и пестерка Бога, это тоже инициатива снизу. И вот мне кажется, единственная вещь, которая, в принципе, на сегодняшний день могла и дальше развита. И не обязательно должна быть война, не обязательно дигитализация, а музыка. Мы все вместе. Вообще праздник мы являемся. Вот и там есть, например, фото, парад на день святого Патрика. Вот, но слушай, я не говорю. Мы там все участвуем. А что нам предложило государство в празднике? Мы не знаем. День России. Хорошо, вы так нас не называете. Сначала он назывался День независимости России. Возникает вопрос, от кого независимость. И то, что это не рабочий день, это хорошо. Вот, но больше ничего. А потом нам ученые придумали еще день дорогого единства. Мне кажется, ну, мы должны там гулять. А поляки запомнили, что они в своё время крепость завоевали из трудовых статуток, высадили. А вот торгашки придумали лучше. Они посмотрели, разрыв между Нового года и Восьмой года. Един цветок, Валентин. Люблю я тебя, как человек сегодня. Но, сука, это же единственный лирический праздник. Когда они женщины труда, и когда военные, и когда строители. А это то, что не хватало развития у нас. Ну, я думаю, случай, когда нас самородки называют, конечно. Очень мне понравилось это слово, высказывание Салтыковича, да? Многие из кого-то будут два понятия – отечество и наше происходительство. И вот я хочу показать некоторые примеры, когда здравый смысл стоит после идеологии. Вот что у нас происходит? Был Алексеевский монастырь в Москве. Потом появился храм Христа Спасителя на 108 монастыре. Потом начались другие полицейские, когда стоит храм спасения. Потом, извините, мы сидели, мы ругаемся, стремимся, появился бассейн. После бассейна появился храм. В итоге, за те же самые деньги, только и страдания, два храма, монастыря, и своих зданий,
на то, что скажет на ваших принципах месяц. Вот это уже, я задался вопросом, а когда мы вообще вспоминаем о своих национальных традициях, ну сразу же вот, слушали и советские власти, и Гильермо-Жорла, и где-то было на связь с клетками. Ребята, давайте внимание разберемся. Ведь у нас свобода это было всего 60 лет. От отмены крепостного права до советской власти. И все, это весь тот период, когда у нас развивался предпринимательский частный инициатив. Так что ничего не дайте только на том периоде истории нас так и так далее. А если говорить, когда мы разъединились, так спасибо Петру Алексеевичу, правильно? У нас так и получилось, что за нас страна распалась на два поколения. Язык продолжали в 50-х танцевать, а соответственно, верха меняли половые страны звуку, потом на войске и так далее. Но интересно, как мы возвращаемся к своей идентичности. Это всегда было связано с эволюционным движением. Вот, смотрите, идет нормальная, европейская развитая территория, классицизм у нас полгода, ампир. А тут как раз на Первомайские войны, декабристы вышли на площадь, храбрый сразу посетили, сразу поменял образ классического, да, псевдорусский. А женщин немножко, царевского водителя, дал всем свободу, отменил крепостное право, ну, соответственно, получил по заслугу, на добровольце его взорвали, и сразу опять вспомнили про свою историю и построили храм на Королевке.